Западные партнеры Москвы под влиянием США утрачивают культуру диалога и, как только они не могут решить какой-то вопрос, прибегают к санкционному воздействию, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Сейчас наши западные партнеры, прежде всего, под воздействием американской психологии, утрачивают культуру диалога и достижения дипломатических развязок, заявил Лавров в интервью программе «Воскресное время» на Первом канале. По его словам, иранская ядерная программа была ярким и очень редким исключением. В большинстве других случаев в конфликтах, которые продолжают разгораться на Ближнем Востоке, на севере Африки, пытаются прибегать к мерам силового прямого вмешательства, как это было в Ираке и Ливии, в нарушении решения СБ ООН, либо к санкциям, добавил Лавров. Он отметил, что это долгая история, одержимость санкционными мерами, как только у наших западных партнеров что-то не получается по их лекалам, тут же хватаются за инструмент санкций.